Исторический момент. Тихо! Миша, Митя, пожалуйста. Количество избирателей, которые приняли участие в выборах, 1523. Досрочное голосование 136. 114. Значит, колькость выборщиков, которые приняли удел по месту жительства, это по месту жительства, 28. Правильно. Те люди, которые сегодня пришли на избирательный участок, проголосовали 1359. Правильно. Из них Дмитриев 12. Конопатская 12, Лукашенко 153, Тихановская 1260. Спасибо!